Скандальный депутат Харьковского городского совета от оппозиционной платформы «За жизнь» Андрей Лесик заставил город своими агитационными бордами с надписью «Фашизм не пройдет». Соответствующими кадрами он поделился на личной странице Facebook. Учитывая все, настолько странным образом местный политик решил прорекламировать себя перед 9 мая. «Харьков за нашу победу! Фашизм не пройдет!» – написал Лесик. Однако позже в телеграм-канале «Харьков сегодня» появились кадры, на которых неравнодушные граждане начали демонтировать борды депутата. Московский проспект, минус билборд с поздравлением 9 мая и надписью «Фашизм не пройдет», а депутата Андрея Лесика, отметил автор опубликации. Заметим, Андрей Лесик уже не раз попадал в громкие скандалы. В «Дни памяти Небесной сотни» в конце февраля 2021 года Лесик спровоцировал драку в Харьковском горсовете своим оскорблением о революции достоинства. Так он заявил, что 7 лет назад в Украине якобы состоялся вооруженный переворот.